Здравствуйте. Вы кто? Вы. А, вы покорители, да? Покорители горных вершин. Так сказать, Крымский Эверест пытаемся оседлать. С носками вместо перчаток, да? С носками, да. Замечательно. Это интересный способ новый. Чтобы выжить, ну, чтобы не отморозить, прибегаешь к всяким нестандартным способам. Ну, удачи вам.
еле-еле мы развели этот костер, но все-таки мы его развели, и теперь мы будем сейчас ждать, пока закипит водичка. Она уже почти закипела. Что ж, с домиком все в порядке. Как видите, ничего особо не поменялось. Как видно, все хорошо. С банькой, в принципе, тоже все нормально, только ее надо хорошо растопить и раскочегарить. Но этим потом будем заниматься. Сейчас пока мы себе готовим кушать. Немножко идет готовка, да? Движется. Хорошо. А как ваша банька? Готова уже? Замерила. Ну да, топится. А то подкинул хорошо, подвишешь. Немножко, не знаю, будет хорошо. Только начнем пускать, как только начнем пускать пенки. Что стало?